Привет-привет. Сегодня номер два. Это как уголочек номер... Как? Отрезок номер два, да? Вот. Мамина уголочка. Такая вот гортензия. Такая вот гортензия. То есть вот так сейчас я даже сделаю. Вот эту тоже гортензию, но она еще у нее ни разу не цвела. Тут как бы где-то вот набирает, но неизвестно. Так, вот гортензия. Такая вот будет. Вот это что-то как-то, это было огромное метельчатое. Что-то как-то никак. Так. Сейчас покажу. Что покажу? Это я не помню, кто это, как это называется. Сейчас покажу ромашки. Это лапчатка. Так, это наш рыжий там тявкает. Это монарда. Двух цветов тут. Видно, да? Две разные пчелки на них стараются. Запах у нее. Запах шикарный. Это у нас клематис шикарнейший. Мне так нравятся они. Вон там он у нас вымер. В общем, погиб. Шикарный просто клематис был. Вот еще маленький тут клематисик. Так, бабочки летают. Бабочки. Бутоны с лилиями. Так, вон тут клематис хотел показать. Сейчас я как-нибудь пролезу. Так, здесь хосты. Вот клематис. Сейчас я покажу. Ой, еще бы что-нибудь увидеть бы здесь. Что-нибудь увидеть? Так, видно хоть нет? Я вообще не вижу, что я снимаю даже. Он какой-то даже двухцветный здесь. Он выгорает, что ли, по ходу дела. Сразу покажу вот эту вот гортензию. Здесь на одном кусту может быть и ярко-розовая, и синяя. Сейчас пока тут, вот, с другого края тут синяя. Куст один. Жарко. И они все такие пожухлые. Куст один. Вот это уже вид, вот это уже вот синенькая окантовочка серединка. То есть с одного края она розовая, середина розовой с синенькой окантовочкой, а с другого края она... А, вот здесь еще, смотрите, нежная голубая, а здесь уже синяя. Вот. Жарко. Так, что... А, еще одну гортензию сейчас покажу. Сегодня мы пойдем по гортензиям. Да? Сейчас я тут как-нибудь... Оп! Потому что шаг вперед, шаг назад. Расстрел, не дожидаясь анестезии. Сразу. Вот гортензия. Расстрел сразу будет, не дожидаясь анестезии. Так, вот такая вот гортензия. Как они, пильчат или как они называются? В общем, блин, я разбиралась, и я все забыла. Как они, эти гортензии. И вон там еще одна гортензия. И здесь вот сидит одна красивая хоста. Здесь вот темно. Им здесь вот, ну как, не темно, а тенек. Им здесь хорошо. Так. Так. Ну вот дошли мы до кустиков вкусных, сладких. Черная смородина, это был вырублен куст, потому что мама его омолаживала. Вот такая вот красота несусветная. Красота. Это раджерси, да, и там хосточка. Вот такую штуку я себе не сажала, вот эту вот, потому что ей надо тенек, а тенька у нас
Нет, вообще всем надо тенек в жару в такую, но у нас нету тенька. Так, и что хотел сказать? А, вот, еще у нас какая. Господи, крутился-вертелся около нее и не показала. Вот это вот. Каждый год, когда она цветает, это все вырубается под корень. Тут становится свободное место. И она потом заново вот так вот вырастает. Вот, каждый год ее вырубают прям под самой, под самое, под самое. Кстати, вон там у нас, смотрите, сколько скворечников. Все скворечники наши. Вот там вот, вот один. Так, сейчас один. Потом вот так вот второй. И вот этот третий новый повесили. Красивый. Вот. Так. Меня тут кто-то напугал. Я не пойму. Вон меня кто напугал. Яшка. А, Яшка. Яшка. Ты что пугаешь? Ты что пугаешь? Встретились. Два рыжих. Ты что пугаешь, Яшка? Яшка. А? Ты где был-то? Ты где был? Знаете, какой красивый у нас. Яшка красивый. Такой с полосами. О, чучело мое, чучело. Какие у него круги на боку. Вообще необыкновенный, красивый получился. Идем дальше. Еще гортензия у нас вот эта вот. Тоже это вот эта обычная самая, которая вот вырубается постоянно и заново нарастает. Вот она, вот здесь еще. И, наверное... Ну и еще раз вот эту гортензию покажу. Вот эту вот. Гортензия. Так интересно, да, вот я читала, у них фертильные и стерильные. Эти вот стерильные. Вот это вот. Оказывается. Это прям вообще очень красивая. Очень красиво. О, за мной пошел. Ходит за мной, смотрите. За мной. Разлегся. Разлегся. Он разлегся. Чего надо? Чего лежишь? Тут прохладно, да? Скажи, хорошо. Хорошо, да? Прохладно тут. Ой, ой. Ой, здоровенный кот. Здоровенный кот. Ой, ты котяра. Ой, ты котяра. Он еще маленький, ему еще нету года. Он еще молоденький у нас котяра. Вот стал только играться и кусаться. До этого вообще не игрался, не кусался. Ой, котяра. И второй рыжий. Да, Филька? Что ты там нюхаешь? На выгуле гуляют. Так, хотел я еще показать вот эту смородинку. Сейчас я вам подлезу как-нибудь. А, это наш петушочек. Наш петушочек наш. Вот такая смородинка. Такие вот ягодки на ней. Вот. Смородинка черная. Смородинка. Ну что, надо туда лазить. Туда надо лазить, лазить. В общем, надо там смотреть. И клубничка. Самая вкуснятина. Клубничка, клубничка. Всю сожрали клубничку-то. Ничего не оставили. Это земляника. Где клубника-то?
клубнику, то есть все сажали. Ничего не оставили. Она вся сохнет. Жарко ей. И рыжий тут со мной. Ну все. На этом всем пока-пока. Счастья, здоровья. Не болейте. Целую, обнимаю. Всем пока-пока.